jabe hare. Gopi jana balaba kirivare hare. Gopi jana balaba kirivare hare. Yasoda nana nana raja jana raja na Yasoda nana nana raja jana raja na Yamuna tira vanachari Dera Marava Kunjabi Hari.
sweet spiritual possession. This is why it's very natural. Знаменитый психолог, ученый и писатель, Винни Паллинс, США, Африка.
хотел бы немного рассказать о жизни духовного учителя, а также о некоторых аспектах его видения мира и наставлений, которые, по сути дела, являются формами успеха не только для преданных, но и для каждого человека вообще. Сам духовный учитель говорил о себе как о человеке более духовном, нежели религиозном, поэтому и наставление его, не будучи ограниченными рамками какой-то определенной религии, можно считать универсальными для всех искренних людей, независимо от того, по какому религиозному или мистическому пути они идут к истине. Многим людям в мире нравится слушать истории успеха от других людей, о том, как кто-то вырывает совершенно неблагоприятных обстоятельств, поднимается на высшие уровни существования. Глядя на жизнь нашего Махараджа, можно сказать, что это один из величайших примеров таких историй успеха, когда человек, несмотря на абсолютно бесперспективные материальные условия, из ничего становится всем. Возможно, многое из того, что я буду говорить о Махарадже, вы уже читали или слышали о нем раньше. Но точно так же, как всегда вечно свежими являются ливы Господа Кришны, точно так же и ливы духовного учителя никогда не теряют своей свежести и красоты. О них можно говорить снова и снова, и каждый раз находить в них все новые и новые грани. Махарадж родился в Америке в нищем американском гетто. Его отец покинул семью еще до его рождения, и его матери пришлось одной воспитывать Гурудева, его старшую сестру и брата. Они были настолько бедны, что иногда у них не было горячей. В детстве у нашего Махараджа едва ли было 2 на 3 одежды. Помимо этого, будучи темнокожим, Махарадж принадлежал к национальному меньшинству, которое в то время преследовали в США. Люди, имевшие белый цвет кожи, считали африканцев грязными людьми низшей расы, ниже уровня человека. Если кто-то рождался в таком гетто, как Гурудев, у этого человека практически не было никаких шансов вырваться из него из-за какого-то положения в жизни. И, наконец, помимо того, что Махарадж был нищим и принадлежал к национальному меньшинству в детстве, у него был также очень сильный цвет речи. В детстве Махарадж толком не мог иногда для того, чтобы сказать одно слово, но требовал несколько минут. Все его одноклассники издевались над ним и смеялись. Махарадж рассказывал, что его мать была настолько любящей, что когда он приводил домой друга, и на его друге была рваная одежда, мать отдавала ему одежду Махараджа, а Махарадж оставался нищим. Таким образом, еще с детства его мать хотела показать ему, что же значит настоящее величие, что же значит жить ради друга. И, как говорит Махарадж, он постарался очень глубоко принести уроки. В гетто, в котором он жил, было очень много насилия и преступлений. Если вы выходили на улицу без пистолета в кармане, то можно было не выжить. Поэтому все свое детство Махарадж проносил в кармане заряженный пистолет. Люди, которые там жили, жили в страшной нищете, и среди всего этого неблагоприятного положения они в конце концов становились преступниками и начинали жить жизнь. И поскольку они не могли применить этого к другим, то они начинали применять насилие к другим. Примерно в такой среде проходило детство нашего Махараджа, однако, несмотря на то, что со всех сторон его окружало насилие, Махарадж проявлял сострадание, хотел служить людям. В школе он стал репетитором, помогая другим учиться. Таким образом, он одновременно зарабатывал деньги и делал то, что он любил. В какой-то момент его сверстники увидели его замечательные качества и сострадания и позаботились о том, чтобы Махарадж пришел в другую, более хорошую школу. Махарадж чувствовал так хорошо, что после окончания школы он получил полную стипендию для того, чтобы получить пропуск для поступления в Канаджи университет Америки, университет Кришна. В этом университете студенты тоже спрашивали университет черных, и Махарадж приходит в университет. Однако Махарадж и институт учился так хорошо и так сильно заботился о благополучии других людей, о справедливости, о гражданских правах, что очень скоро он стал одной из самых знаменитых особ в этом самом знаменитом университете. Всю свою жизнь Махарадж хотел посвятить служению людям.
С этой целью он изучал психологию, изучал международное право, и после окончания этого института ему предложили очень хорошее место работы в Организации Объединенных Наций. Махарадж получал деятельность просто с потрясающими перспективами для карьеры. Однако всю свою жизнь Махарадж искал Бога. Еще в детстве он был проповедником и проповедовал Евангелие. Однако ему хотелось еще глубже погрузиться в духовную науку. В какой-то момент Махарадж принял гуру из Индии. Этот гуру был очень знаменитым, очень ученым, у него была масса учеников, но Махарадж задавал ему все более и более глубокие вопросы. И в какой-то момент гуру сказал ему: «Я не могу дать тебе то, чего ты хочешь. Ты хочешь чего-то настолько высокого, что единственное, кто может дать тебе это Бхактивиданта с вами, лидер движения Хари Кришна. Отправляйся к нему, но только никому больше не говори, что это сказал тебе я». Таким образом, Махарадж стал встречаться с преданными, стал читать книги, встретился с Шрила Прабхупадой, и в какой-то момент он понял, что в этом движении могут осуществить все желания его жизни, что это самая совершенная философия, и что он не сможет служить человечеству лучше, чем если станет служить Шриле Прабхупаде. Таким образом, Махарадж предался Шриле Прабхупаде и стал членом наслужества. Теперь нужно понять, что в те годы, в начале 70-х, не так уж много выпускников Принстонского университета в телах негров приходили в храмы сознания Кришны. Большинство преданных даже не знало, что с ним делать. Большинство даже не хотело с ним разговаривать. Только несколько человек проявляло к нему, так сказать, особую милость и шли на общение. Однако Махарадж, как бы к нему не относились, понимал, что не стоит судить других. Нужно заниматься очищением собственного сердца. Каждый день он стал повторять такое благословение. Шрила Прабхупада дал ему посвящение, дал ему очень красивое имя Манашьян. В это время Махарадж присоединился к группе Санкиртаны во главе со Сварупой Махараджем, которые распространяли книги по библиотекам Америки. Махарадж проповедовал настолько смело и творчески, что люди просто комплектами брали у него книги и помещали их в своей библиотеке. Он стал самым знаменитым распространителем книг в Америке, Шрила Прабхупада просто прославлял его невероятное служение и подвиги. И в конце концов, когда эта группа объехала все библиотеки в Соединенных Штатах, они переехали в Европу, а потом и за железный занавес. Там Махарадж нелегально перевозил книги через границу и с риском для жизни, скрываясь от тайной полиции, отправлялся в университеты и колледжи, чтобы убедить людей купить книги о Кришне. Каждый день Махарадж вставал раньше всех, повторял 42 круга, читал книги, а затем отправлялся проповедовать. Обычно он делал этого до тех пор, пока в 10 вечера не закрывалась дверь последнего магазина. Только после этого он возвращался обратно и завтракал. Чаще всего это была единственная его пища за день, состоящая из фиников, молока и маленького кусочка масла. В 1977 году, когда Шрила Прабхупада готовился к своему уходу из мира, он находился во Вриндаване, и тем не менее, несмотря на то, что он уже не мог ходить и не мог даже садиться сам, он продолжал переводить Шримад Бхагаватам и давать комментарии. Тамагришна Госвами, который в то время был секретарем Шрилы Прабхупады, говорит, что в те годы самыми счастливыми для Прабхупады моментами были те, когда он получал отчеты от нашего Махараджа, изобивавшие самыми невероятными и детективными историями о том, как Махарадж распространяет книги в коммунистических странах. Из всех писем, которые Шрила Прабхупада получал в то время, он просил снова и снова перечитывать ему письма нашего Махараджа, и Прабхупад говорил: «Это лучшее лекарство для меня. Его письма возвращают меня к жизни». Тамагу Кришна Госвами писал Махараджу: «Пожалуйста, почаще пиши. Шрила Прабхупада очень счастлив, и он очень радуется твоим письмам». И, наконец, осенью 1977 года, фактически за несколько месяцев до своего ухода, Шрила Прабхупада находился в комнате со своими учениками, и в этот момент Шрила Прабхупада сказал вещь, которая повергла в шок абсолютно всех. Прабхупада сказал: «Чтобы вдохновить своих учеников, я еду в Лондон, а затем в Америку». Тамагу Кришна Госвами говорит, что в этот момент тело Шрилы Прабхупады буквально в смысле состояло из костей и кожи, и он лежал на том, что называется в миру
смертным одром. Врач посмотрел на Прабхупаду и сказал: «Прабхупад, это невозможно. Вам нельзя сейчас путешествовать, вы просто умрете». И что сказал Шрила Прабхупада? Прабхупад сказал: «Это будет славная смерть». Будучи не просто воином, будучи генералом, Прабхупад говорил: «Даже если меня сбросят с коня, и я смертельно раненый буду лежать на земле, я все равно изо всех сил буду махать шашкой в надежде, что хоть кого-то она еще зацепит». Преданные перенесли Прабхупаду на самолет, и в этом хрупком теле он полетел в Лондон. Туда же со всей Европы съехались преданные, и когда Дама Кришна Госвами узнал, что приехал наш Махарадж, он завел его в комнату к Шриле Прабхупаде. Прабхупад подозвал Махараджа, усадил его рядом с собой и с любовью его обнял. Слезы выступили у него на глазах, и когда преданные увидели это, они были поражены. Шрила Прабхупада ни с кем не обращался с такой любовью. Обнимая Махараджа со слезами на глазах, Прабхупад сказал: «Твоя жизнь достигла успеха. Ты увидишь Кришну еще в этой жизни». Прабхупад стал благодарить Махараджа, и новость о том, как Шрила Прабхупада прославлял Ганашьяма, разлетелась не только по Англии, но и по всему этому миру. После этого Шрила Прабхупада собирался лететь в Гитанагаре в Америку, но из-за того, что в Лондоне он общался с таким количеством учеников, его здоровье сильно ухудшилось, и Прабхупаде пришлось вернуться во Вриндаван. И затем в ноябре 1977 года Прабхупада ушел из этого мира для того, чтобы войти в вечные игры Радхи и Кришны на дороге Вриндавана. Это было в 1977, а в 1978 наш Махарадж принес саньясу. В то время ему было 28 лет, и на тот день самым непопулярным местом для проповеди была Западная Африка. Все преданные, которые отправлялись проповедовать в Западную Африку, как правило, падали, и в этих странах ничего не двигалось с места. Там было раскаленное солнце, ядовитые змеи, скорпионы. Если вы делали кого-то преданным, а родители такого человека практиковали вуду, поклонение духам, они накладывали на вас проклятия, которые действовали. Обычным делом было кого-нибудь отравить, поэтому никто не хотел проповедовать в таких условиях. И даже те, кто туда отправлялись, практически 100% этих людей падало, и они уезжали оттуда, и там ничего не происходило. И вот в один день кому-то из лидеров пришла в голову идея послать Западную Африку нашего Махараджа. Однако из-за того, что Африка – это не то место, в которое преданные со всего мира съезжаются, чтобы получить какой-то нектар, а наоборот очень опасно, особенно в то время место, с Махараджем была очень плохая связь, и никто толком не знал, чем он там занимается. И вот в какой-то момент до лидеров ИСКОН дошли слухи, что Махарадж делает что-то неправильно в Западной Африке. И тогда несколько лидеров создали целую комиссию, состоящую из нескольких саньяси, которые должны были отправиться туда и расследовать, чем же Махарадж там все-таки занимается. Эти саньяси отправились в эти страны и провели в Африке долгое время, путешествуя из страны в страну. Они вернулись обратно и сказали: «Это невероятно, то, что он делает». Он поехал в место, где ничего не было, и начал очень активную проповедь мира. Он открыл там десятки храмов, которые наполнены преданными, горящими энтузиазмом. Он начал сельскохозяйственные общины, детские дома, места бесплатного питания. Они проводят большие харинамы на улицах и распространяют книги. Мы объехали все эти страны и считаем, что он самый большой проповедник в мире. И знаете, что сказал один из лидеров этим саньясам? Он сказал: «Ну, наверняка он наложил на вас какие-то чары». Махарадж открывал центры в Гане, в Замбии, на берегу Слоновой Кости, в Либерии, в Конго. Люди колдовали против него и пытались убить. Много раз на него накладывали различные проклятия вуду. Махарадж болел различными тропическими болезнями. Однако среди всех этих неприятностей, самой большой неприятностью было правительство. Потому что мятежи в Африке – такое же обычное дело, как у нас выборы. Обычным делом было, когда какие-нибудь большие черные мафиози врывались в правительственный дворец, убивали президента и всех остальных, а сами при этом становились правителями. Проповедовать без поддержки правительства было невозможно. Однако, когда происходил следующий переворот, убивали не только правительство, но и всех тех, кого оно поддерживало. Махараджу приходилось быть очень чутким в своих отношениях с властями. В какую бы сторону он ни отклонялся, это могло закончиться смертью. Ему нужно было постоянно искать идеальную золотую середину.
И вот в такой среде, среди всех этих неблагоприятных условий, в этих африканских странах, развивалось и расцветало сознание Кришны. Гуру Махарадж стал настолько влиятельным и могущественным, что во всех этих странах его показывали по телевизору. Он регулярно проповедовал в газетах, в журналах, на радио. Люди смотрели на него как на инструмент в руках Бога. У него были решения многих духовных и материальных проблем. Он вел ежедневные шоу на телевидении, оказывал большую духовную помощь президентам, премьер-министрам и главам государств. Махарадж получал самый высший почет, который только может получить человек на земле. В конце концов, он был коронован как царь княжества Вари, королевство с населением 2 миллиона человек на юго-западе Нигерии. Тысячи людей повесили в своих домах фотографии Махараджа, потому что он стал королем и королевством. Проповедь Махараджа достигла самых различных прослоек этого общества. За советом к нему обращались самые знаменитые мировые лидеры и даже самый популярный в то время человек на планете, экс-чемпион мира по боксу Мухаммед Али, принял духовного учителя своим духовным наставником. Махарадж сблизился с Нельсоном Манделой, лидерами ООН, президентами и премьер-министрами различных стран Африки. И помимо всего этого, Махарадж начал невероятный проповеднический проект в Вашингтоне, в столице Америки. Чтобы достучаться до очень интеллигентных людей, Махарадж открыл институт прикладных духовных технологий. На семинары в этот институт приходили самые образованные люди и слушали классы на различные темы, начиная от психологии до НЛО. И в этом институте Махарадж и его помощники, применяя очень творческий и чуткий подход, в конце концов подводили этих людей к тому, чтобы, пропитывая физической философией, они в итоге принимали сознание Кришны. Среди этих людей были самые известные психологи, психиатры, доктора наук, очень успешные бизнесмены и люди, занимавшие большие посты в американском правительстве. Проводя семинары в этом институте, Махараджу приходилось то и дело уезжать в Африку, чтобы разбираться там с различными мятежами и революциями, которые там устраивали. Со временем Махарадж стал путешествовать по всему миру, потому что чувствовал, что о преданных нужно заботиться. Куда бы он ни отправлялся, он пользовался огромной популярностью, и несмотря на все свои остальные проповеднические проекты, Махарадж постоянно продолжал писать свои знаменитые книги. За свою жизнь Махарадж написал примерно около 20 книг, которые переведены на десятки языков. И книги эти пользовались популярностью у всех людей, независимо от их социального положения, начиная от простых студентов и заканчивая президентами стран. Некоторые преданные сильно критиковали Махараджа за его книги, в особенности за второй том «Духовного воина». За его же Харинама Чинтамани, по словам самого Гурудева, некоторые из его братьев в Боге, его бы просто повесили. Шеститомник «Духовного воина» является одним из главных литературных шедевров нашего Гурудева. И в этой книге, эта книга также, как и остальные, дает утешение не только преданным, но и каждому человеку вообще. Наше поле битвы объясняется в этой книге. Есть реальность человеческого сознания, в которой мы объявляем жестокую войну, невежественную похоть, наводившую человечество, как армия купона. Каждый из нас, говорит Махарадж, должен будет сделать свой выбор. Истинный воин просто должен будет принять участие в битве. Мы, говорит Махарадж, можем действовать позитивно и изменить этот мир. Или можем откинуться на спинку кресла и ждать, превратившись в еще один побочный продукт, всевозрастающий агрессии, деградации и насилия. Такой термин, как воин или духовный воин, существует во многих мистических школах, и одной из главных характеристик человека, ставшего духовным воином, является то, что такой человек каждую свою минуту живет как свою последнюю и рассматривает любое свое действие как свою последнюю битву. Нужно понять, что, введя в исконовский лексикон термин «духовный воин», Махарадж не прибавил к нашей сиддханте ничего инородного и вообще не выдумал ничего нового. Потому что то же самое положение духовного воина
или человека, понимающего, что он может умереть в любой момент. И потому, прилагающая все усилия, чтобы каждую минуту, жить как свою последнюю, каждое мгновение изо всех сил концентрировалось на высшей цели, описывает сам Кришна в Бхагавад-гите, когда говорит, о каком бы состоянии бытия, не думающий в момент смерти, этого состояния он и достигнет непременно. Ты не знаешь, когда ты умрешь, а твоя смерть может прийти за тобой в любой момент. Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время выполнять свой долг, сражаться. То же самое описывает в 4-м доме нищего наш Гурудев, когда говорит, что каждый свой день мы можем проживать так, как свой последний. Стремясь каждый день, каждую ситуацию и каждое новое мгновение прожить лучше, чем те, что остались в прошлом. Множество людей в этом мире действительно убеждены в том, что религия есть уход от жизни, опиум для народа и бегство от настоящей реальности. Однако в действительности, говорит Гурудев, все происходит совершенно наоборот. Настоящая реальность в том, что наша смерть находится рядом. Настоящая реальность в том, что нас на каждом шагу подстерегает опасность. Однако большинство людей убежали от этой реальности. Заботчивые люди чувствуют наслаждение и жажда материальных приобретений. Однако рано или поздно, говорит Гурудев, нас покинут все наши материальные достижения. И единственное, что останется с душой, это добрые поступки, которые она совершила, и ценности, которые она испытала. Таким образом, в конечном счете, все наши материальные достижения, все материальные характеристики окажутся совсем не такими уж важными, какими они казались. Окажется, что было совсем не важным, были мы бедны или богаты, успешными или неудачливыми, женаты или холосты, бедны или здоровы или больны. Все это окажется не таким уж важным в конце. И единственное, что будет по-настоящему важным, это то, как мы прожили эту жизнь, как воины или же как скупцы. Это тоже действительно имеет большое значение. Нашли ли мы в себе храбрость объявить войну зависти, страху, вожделению и другим анархам в собственном сердце? Смогли ли мы начать вести эту духовную войну, войну, благодаря которой наша жизнь действительно становится жизнью? Полноценной, славной и полной достоинства, чести и преданности. Войну, благодаря которой мир в наших глазах становится прекрасным, удивительным и загадочным. Войну, конечным итогом которой будет противопадам Бурнам Ритасвалина. Человек будет испытывать блаженство на каждом шагу. Это то, что действительно является важным. А все остальное умрет. За свою жизнь Махарадж написал достаточно много книг, и как автора всех этих работ его приглашали на различные телевизионные и радиошоу в главных магазинах Америки, и хозяева в главных библиотеках и букинистических магазинах, и хозяева рекламировали книги нашего Махараджа, и как автора таких книг его постоянно приглашали на различные передачи, выставки, съезды, семинары и собрания. Таким образом, маленький мальчик, родившийся в распавшейся семье деда, испытавший нищету и дефект речи, принадлежавший к национальному меньшинству, которое преследовали его в стране, он вырвался из этого ужасного положения, чтобы стать могущественным духовным лидером, популярной звездой, знаменитым писателем и царем. Это высшая история успеха, это славная жизнь, которая дает надежду каждому человеку. В каком бы положении мы ни находились, если мы смиренны и искренни, то по милости Гуру Кришны мы можем стать инструментами в их руках, и тогда с помощью нас будут происходить самые славные в этом мире вещи. В третьем томе Духовного воина Махарадж говорит, что каждому из нас суждено яркое и светлое будущее. Будущее наполнено интересными, загадочными событиями. От нас требуется лишь сделать правильный выбор. Своему лучшему другу, Радханатхи Свами, Махарадж говорил, что с тех пор, как в начале своего духовного пути он услышал историю Васудевы Даты, жертвенный из Васудевы Даты был для него примером. И вот когда
карьера нашего Махараджа по распространению сознания Кришны находилась с самого рассвета. В 2004 году на Вьясапуджа Шри Прабхупаде Махарадж вознес свое простое, но решающее подношение. Дорогой Шри Прабхупада, написал Махарадж, вы дали нам так много, что мы никогда не сможем отблагодарить вас полностью. Вы дали нам прекрасную, удивительную семью, мы так разнообразны и яркие во всех отношениях. Вы дали нам совершенный, абсолютный процесс, наилучшую философию и так много возможностей для служения людям. Однако, дорогой Шри Прабхупада, наряду с этим я вижу, как многие преданные застряли в таком огромном количестве анапы. Некоторые из них страдают сейчас еще сильнее, чем до того, как присоединились к нашему движению. Сейчас у них так много прекрасного духовного знания, но при этом у них так много глубоких негативных привычек, различных страхов, привязанностей. Дорогой Шри Прабхупада, сейчас им 55. Я никогда не ожидал, что проживу так долго и дали мне удивительную жизнь в сознании Кришны. Только что я вернулся из очередного мирового турне по 35 странам с служением вам. И сегодня, дорогой Шри Прабхупада, я прошу вас, устройте все так, чтобы страдания преданных перешли ко мне, чтобы многие смогли освободиться от стольких мучений и со счастьем и радостью служа вам смогли вернуться к Кришне с меньшими затруднениями. Через 10 дней после этой молитвы у Махараджа, который в жизни практически не болел, обнаружился рак, анемия и сахарный диабет. Некоторые из его братьев Боги посоветовали Гурудеву отозвать свои молитвы обратно, однако Махарадж со смехом отказал, сказал предложение. В третьем духовном воине Махарадж пишет, что каждый свой день мы должны воспринимать так, как еще один шанс, еще лучше служить Богу, и как новую главу в приключенческом романе нашей собственной жизни. Все, о чем писал Махарадж, не было просто словами. Махарадж был ачарьей, тем, кто учит своим собственным примером. Когда Махарадж узнал о своем диагнозе, он сказал, это будет удивительное и загадочное приключение. Почему люди так сильно любят кино? Почему они так сильно привязаны к телевизору? Пожалуй, что одной из главных причин этого является то, что сюжеты, представленные в киноприключении, поднимают людей в их уме над уровнем будничной и повседневной реальности. Однако, что является основой представленных в киноприключении? Что является основой любых приключений вообще, что же именно делает это время? Если мы внимательно посмотрим на этот пример, то мы увидим, что в качестве основы любых приключений лежит противостояние или война. Это может быть война позитивных и негативных героев, война обычных людей и демонов, или вечная война вечных принципов добра и зла в одном человеке. Таким образом, только противостояние, только война, переводы на духовный язык, только твердая решимость идти по пути духовного воина способна перенести верующего человека с религиозного уровня обусловленной практики на трансцендентный уровень духовного приключения. И только эта основа, только качество духовного воина является единственной квалификацией, способной отличить нас от миллионов других заверенных последователей любых религиозных конфессий, включая, простите, пожалуйста, и нашу собственную. Часто, получив инициацию и услышав, как кто-то по привычке или невнимательности обращается к нам по старому кармическому имени, просто глядя в глаза такому человеку, говорим, «Прабу, такой-то, уже умер. Мой духовный учитель спас меня». Однако спас ли нам духовный учитель? Да, спас, но лишь в той степени, в которой мы действительно умерли, потому что духовная жизнь есть меньше, чем смерть. Любой материалистичный представитель о жизни. Если же все необходимые с нашей стороны усилия, если всю степень ответственности за наше освобождение мы переложим себя на своего гуру, то в чем будет наше отличие от тех еще не слишком серьезно практикующих христианство людей,
действительно думающих, что им нет, особенно уж сильно, необходимости напрягаться самим, так все необходимое за них уже сделал Иисус, когда его распяли на кресте 2000 лет назад. Мы не будем отличаться от этих людей, совершенно точно. Мало того, не исключено, что в некоторых аспектах, имеющих отношение к состраданию и заботе о бедных, мы вполне серьезно можем им проиграть. Любовь и сострадание, дорогие друзья, являются главным оружием духовного воина, а главными врагами являются покровительными. Почему в нашем сердце до сих пор жестоко оно? Почему столько страха, столько вожделения, столько зависти? Все это происходит потому, что в нашем сердце до сих пор так и не поселились настоящая любовь, настоящее сострадание. Ведь большинство наших внутренних, личных проблем не решается до сих пор лишь потому, что своими проблемами мы считаем только свои проблемы. Если же настоящая любовь к Богу, если настоящая любовь и сострадание к ближнему поселится в нашем сердце, в этом случае, говорит Гурудев, они уничтожат все наносное и тяжелое в нашем мире. Не будет больше страха, не будет вожделения, не будет зависти, а вместо них будет настоящее счастье. Будет тот места, которого мы всегда дождались. Мы будем доживать до последней жизни в материальном мире, однако уже здесь, в мире материи, мы будем жить в духовной обители. Так жили все великие святые, так жили все предыдущие ачарьи, и так жил наш духовный учитель. По крайней мере, это доподлинно известно о последнем годе его пребывания в этом мире. Изначально раковая опухоль Махараджа была сосредоточена на стопе, и через 3 месяца после диагноза, желая избавить Махараджа от рака, ему ампутировали ногу, а в течение нескольких дней выяснилось, что проблема не села, не захотела. Стало ясно, что Кришна хочет, чтобы Махарадж скоро ушел в те моменты, когда Гурудев понял все это. Он сказал: «Я не поеду умирать в Индию, я буду умирать на поле боя, поверьте». Готовясь к своему уходу, Махарадж писал свою последнюю книгу «Не чищите ее, умереть до прихода смерти». Он попросил Рахнатху с вами написать предисловие к этой книге. И когда после ухода Махараджа Рахнатха с вами рассказывал о его жизни, он сказал: «Я лично просил тебя, чтобы у каждого эта книга была дома, чтобы каждый прочитал ее и пошлите жертву, которую принял Бхагавадгита с вами». В начале мая 2005 года в Новом Риндаване в Америке был большой фестиваль, на который приезжают преданные со всех штатов. На последний день этого фестиваля была запланирована лекция Рахнатхи Махараджа, однако накануне, сегодня вечером, Рахнатхи позвонил нашему Махараджу. И Махарадж сказал, что завтра он будет лекцию, только куда где-то надо. Махарадж сказал, что скорее всего это будет моя последняя лекция, потому что я чувствую, что очень плохо, я должен уйти. После этого разговора Рахнатхи с вами подошел к организатору своего фестиваля и спросил, можно ли ему отменить свою лекцию, чтобы поехать в Тибетаре на последнюю лекцию Махараджа. Организатор фестиваля сказал, что он может перенести лекцию Рахнатхи с вами в следующее воскресенье на воскресное утро, и после этого он успеет добраться к Тибетаре. Все полтора часа отвели на ему лекцию Рахнатхи с вами, посвятил нашему Махараджу, и все бедные его аудитории рыдали просто. Первый после лекции Рахнатхи с вами пришел к Китанаве, но, к его удивлению, около 200 преданных покинули фестиваль и отправились за ним, чтобы оказать честь нашему Махараджу. Преданные по главе с Рахнатхи с вами приехали к Китанаве, а на лужайке перед домом, где жил Махарадж, поставили небольшую вирасану, на которую вынесли и посадили нашего Гурудева. Махарадж стал говорить удивительные, очень глубокие вещи, которые проникали в самый глубь сердец, собравшихся преданных. Преданные стали плакать, и от любви к преданным Махарадж уже заплакал. И вдруг, после всего этого, когда все просто рыдали, Махарадж стал смеяться, всех рассмешил, стал шутить, а потом все снова заплакали. Затем Махарадж снова смеялся, снова шутил, и снова смеялись, а потом все опять плакали.
От людей к Махараджу, говорит Радхананда с вами, вот то есть девичьи смеялись, кто из-за этого открыт, такового волнующего его духовной любви. После лекции Махараджа подняли и посадили кресло Катава, чтобы снова отнести его комнату. Когда Махарадж очутился в этом кресле, он посмотрел в глаза Радхананда с вами и сказал: «Радхананд, пожалуйста, ты останешься со мной, а не с Кришной». Радхананда с вами нужно было уезжать в эти же вещи. В Новом Вриндаване в это время были серьезные проблемы, и собрание, которое было назначено там на понедельник утра, уже ожидали несколько месяцев. Там были очень серьезные разлады между преданными, разлады между лидерами. На последнем собрании Радхананда с вами должен был как представитель GBC решить все эти проблемы. Однако, глядя в глаза нашему Махараджу, Радхананда с вами сказал: «Махарадж, я буду делать все, что ты скажешь». Он остался с Махараджем на воскресенье, он заходил к нему в понедельник, а в вторник он пришел к его девушке, его попрощал. Они проговорили где-то полтора часа, и в конце беседы Гуру Махарадж со слезами на глазах, глядя на Радхананда с вами, сказал: «Радхананда, я хочу увидеть тебя на руках. Пожалуйста, посмотри на меня». В Вриндаване до сих пор ожидали собрания, однако у меня говорит Радхананда с вами была полная вера в то, что если вы будете пролетать через дерево, будет спасти. Если будут служить своему самому и дорогому другу Кришна, обязательно будет мой довод, а значит, и в Новом Вриндаване обязательно все будет в порядке. Кришна, Хари, Хари. Радхананда с вами сказал: «Махарадж, это самое большое служение, самое большое служение, которое я могу оказать. Пока ты будешь здесь, я буду здесь». Махарадж попросил Радхананду с вами помочь ему помнить о Кришне Вриндаване. Каждый день Радхананда с вами заходил в комнату к Махараджу и отчаивал его. Они говорили о Вриндаване. Однажды Радхананда с вами зашел в комнату Махараджа, и Махарадж сказал, что сегодня будет нужно раньше закончить их разговор, потому что он еще не успел закончить все уже. Это было уже вечером, и время Махараджа, Радхананда с вами сказал: «Махарадж, ты не можешь шевелить даже руками. Ты еле спешишь за мной, и это очень служение Шри Прабхупаде. Ты не можешь шевелить, что ты не закончишь». И тогда Махарадж говорит Радхананда с вами, посмотрел на меня с такой прекрасной, удивительной простотой. И с удивительными глазами сказал: «Знаешь, Радхананда, с тех пор, как я получил посвящение Шри Прабхупады, невозможно как-нибудь. Поэтому мои отношения с моим преданным — это то, что я являюсь любовью к этому Гуру, следуя его самому важному для нас наставлению. До тех пор, пока у меня будет сила, я буду повторять 16 кругов». В этом была решимость, в этом была стойкость нашего Махараджа, в этом было целомудрие его ответов, которые он дал Шри Прабхупаде. Иногда ему требовалось из сильной боли, из-за лекарств, из-за бессонных ночей, по много-много заступ потратить на своей кубишке и все. И тем не менее, Махараджа победил. Каждый день Радхананда с вами приходил к нему в комнату, и двери Махараджа были открыты для абсолютно всех преданных. После фестиваля в Новом Вриндаване вся его комната была просто забита его духовными братьями и сестрами. То, как Махарадж говорил с ними, мудрость, которая была в его словах, проникала в самую глубину его сердца. Преданные плакали, они ходили в комнаты, настолько сильная любовь передалась, как сказал Махарадж. На следующий день к нему приходили, которые были бывшие выпускники Гурукулы и ученики Прабхупады, которые давным-давно ушли из Искон, потому что когда-то с ними плохо обошлись. Много лет назад они потеряли веру, и все эти годы они не приходили в храм и не слушали никаких лекций. Они сидели в комнате Махараджа, и казалось, что Все эти преданные плакали, они не могли уйти из комнаты.
Когда же они все-таки уходили, они говорят, теперь Маженька поменялась. Их сердца просто плавились, глядя на глаза. Один же из очень влиятельных Кришна, выходя из комнаты Махараджа, сказал, что в жизни я не видел, который был вот так видно. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Всю свою жизнь, преданное служение, я Кришна. Могу, чтобы стать инструментом милости Прабхупады, чтобы стать инструментом, чтобы стать марионеткой в его руках. Знаешь, этот опыт умирания самое большое благословение за всю мою жизнь. Потому что все, кто бы ты узнал, кто называет Рака, все мои молитвы исполняются. Когда я говорю, говорю не я. Я слышу слова, которые исходят из моих уст. Но слова, которые я сам даже не знаю. И затем я вижу, как эти слова меняют судьбу людей. Знаешь, Рапана, даже если бы я прожил еще 40 лет, я не смог бы повлиять на их жизни больше, чем за последние несколько месяцев. За последние 2-3 месяца я повлиял на судьбу людей больше, чем за последние месяцы. Однажды Рахман Госвами пришел к Махараджу Махараджа, а Махарадж просто сжимался от боли. Они стали говорить о Кришне. И в конце беседы Рахман Госвами сказал, знаешь, Махарадж, сегодня очень благоприятный день, день ухода Васудевой Гаты. Когда Махарадж услышал имя Васудевой Гаты, он крепко обнял рукой ворот Нахисвами, приложил ее к своей груди и очень сильно прижал к своему сердцу. Затем Махарадж стал плакать, как маленький ребенок, повторяя Васудевой Гаты. Такова была любовь нашей Махараджи Васудевой Гаты. Прижимая Рагнатху с вами к своей груди, он говорит спасибо, спасибо, спасибо тебе большое за то, что ты напомнил мне о Москве Гаде. Каждый год в Нью-Йорке одним из главных событий Нью-Йоркской Радхи-Ятры был увидеть Анджа Махараджа. Махарадж танцевал в Рагаде и тоже Анджа Гаманха и играл на своем особенном барабане. Однако в 2005 году из-за своего состояния Махарадж уже не мог приехать на Радхи-Ятру. И все разбрали. Преданные провели Радхи-Ятру для Махараджа, однако учили несколько дней. Главного Пуджари Нью-Йорка приснился особенный сон. Господь Джаганатха пришел к Пуджари во сне и сказал, я хочу отправиться посмотреть на Бхактитирку с вами. На следующее утро Пуджари поместил Джаганатху Баладеву Супаду в микроавтобус и за 4 часа езды добрался до Виданадри. Две машины открыли прямо перед домом нашего Махараджа, и тогда Джаганатха Баладеву Супаду приснулся с нашего Гурудева. Преданные вынесли и посадили Махараджа приехавшими божествами. И хотя у него совершенно не осталось никаких сил, Махарадж начал действовать, а преданные. Таким образом, когда Гурудев не мог приехать к Господу Джаганатхе, Господь Джаганатха сам приехал к нему. Каждый день Рагнанатха с вами и наш Махарадж от часа до трех говорили о Кришне. Они начинали свои беседы с рассказа об уходе Мархавендры Пури. И только то, как этот великий Вайшнав уходил из мира и какими качествами он обладал, Махараджи обсуждали целых 5 дней. Когда Мархавендра Пури уходил из мира, он возносил Кришне особенную молитву, которую Читания Чаритамрита называют «Средоточием всех рас преданного служения». Говорится, что только 3 личности во Вселенной – Шримати Радхарани, Господь Читания и, конечно же, сам Мархавендра Пури –
могли понять смысл этой молитвы всей полностью. Готовься к своему уходу, Ахавендра Пури, молился Кришне следующими словами. «О мой Господь, о повелитель Матхуры, когда же я увижу тебя снова? Не видя тебя, мое сердце потеряло покой. О мой возлюбленный, что же мне делать?» В этой молитве Ахавендра Пури глубоко разлуки плачет о Кришне. Каждый день Ратханатха с вами и Махарадж в течение 7,5 недель, пока они были вместе, делились своим пониманием этой молитвы, и Ратханатха с вами произносил ее слова, а Махарадж повторял за ними. Таким образом, они повторяли ее вместе, и самым удивительным, говорит Ратханатха с вами, было то, что когда Махарадж повторял эту молитву, слезы начинали течь у него из глаз, и Махарадж превращался в маленького ребенка, размышляющего над смыслом этой молитвы. «Я думаю, — говорит Ратханатха с вами, — что не видел в жизни ничего более прекрасного, чем вид Махараджа в огромной разлуке с Кришной, повторяющего с этой молитвы, эту молитву. Махарадж так сильно любил этот стих Ахавендры Пури, что называл его их тематической песней. В действительности, все, о чем они говорили, было просто толкование к словам этой молитвы Ахавендры Пури. В один день, говорит Ратханатха с вами, я пришел в комнату Махараджа. Мы говорили с ним о Вриндаване, о Говардхане, и Махарадж вошел в невыразимое состояние счастья. Это было в то время, когда рак поедался его тело, и он постоянно чувствовал огромную боль. Махарадж знал, что может умереть в любое мгновение. И когда мы говорили, он вошел в очень сильное состояние блаженства. Он начал улыбаться, его прекрасные белые зубы сияли как жемчуг. Он стал качать головой и повторять: «Удивительно, удивительно, удивительно, как удивительно нам удалось. Мы там, Ратханат». Я спросил: «Где мы? Где мы?» Он сказал: «По милости Прабхупады, мы не читаем Чайтанья Чаритамриту. Прабхупад перенес нас в вечную риву Господа Чайтаньи. Мы — Чайтанья Чаритамрити. Неужели ты не чувствуешь этого? Что такое Чайтанья Чаритамрита? Это любовь, которой преданные делятся друг с другом, говоря о Кришне. И мы достигли этого. Прабхупад перенес нас в вечные игры Господа Чайтаньи». Затем он стал смотреть на меня невинными глазами и сказал: «Мне так повезло, я не заслуживаю этой милости. Я не поменялся бы ни с кем своим местом, ни на что другое, я не обменял бы его». Харе Кришна. Сейчас мы хотели бы зачитать свои подношения, и также мы просим, если у кого-то кто-то бы хотел сказать еще о нашем Махарадже, то мы были бы очень благодарны. Я хочу поздравить всех преданных с этим замечательным днем, чтобы этот мир явился такой великий вайшнав, благодарственная милость Бхактивинода Свами Махараджа. И я считаю, что это действительно праздник для всех. Это праздник не только для его учеников. Это даже праздник не для преданных. Для всех людей, которые жили на этой планете. Я знаю одного человека, который не преданный, но который, когда встретился с Бхактивинодой Свами, совершенно случайно его свела жизнь, судьба. Он был настолько вообще впечатлен этой личностью, что когда возникла такая угроза его жизни, его болезни, он просто рвал и метал, он мог сделать все, он мог сделать, мог бы даже сделать больше, чем сделали, да, вот в Америке для сохранения его здоровья, вот, чтобы ему помочь. И он сказал, что я не понимаю вообще судьба, насколько вот она несправедлива, что в такой критический момент для всего человечества эта личность должна будет уйти с этой планеты. Ему очень больно, ему больно до сих пор. И собрав фотографии, которые у него были, он сделал у себя дома такой уголок общения, где вот несколько там часов общения с Бхактивинодой Махараджем. Настолько вот он
будучи представителем Господа, будучи чистым вайшнавом, мог вдохновлять, мог оставить глубокий след в сердце жизни человека. И мы знаем, что на протяжении всей своей жизни он оставлял такой след в жизни каждого, с кем бы он ни соприкасался, с кем бы он ни встречался. И поэтому Кришна уполномочил его, чтобы он мог ездить по всему миру, встречаясь с множеством людей, оставляя в их сердце глубокое впечатление о взаимоотношениях с чистым вайшнавом. Если я могу вспомнить, я не знаю, вспоминал, как мы впервые в 93-м году, будучи в Майяпуре, он мне сказал, мы должны обязательно пойти на семинар по Бхакти с вами. Он читал семинар о взаимоотношениях между конфессиями. На этот семинар ходили только его ученики, которые приехали в Индию. Буквально, может быть, там 10, по всему 15 человек. Этот семинар почему-то был непопулярен тогда, в тот момент. Но мы не пропустили ни одной лекции. И в тот момент у меня возникло очень сильное желание, чтобы Махарадж как-то посетил Украину. На то время это было нереально, и это было невозможно. По-моему, даже подходили к нему, пытались говорить на эту тему. И он сказал, я думаю, что это нереально, но по милости Кришны возможно все. И когда он приехал сюда, я ему об этом напомнил. И когда он сказал, вот видишь, самое главное, что есть у вайшнавов, это желание общаться с вайшнавами. И тогда Кришна устраивает так, чтобы произошло даже самое невозможное. И поэтому я здесь. И я так вот подумал в тот момент, что действительно наше общение с чистыми преданными – это самое величайшее сокровище, которое только есть в нашей жизни. Как поет Наратамадас, Рамачандра Сангха Мага. Единственное, что у меня есть в жизни, все, к чему я стремлюсь, Санга Мага, общение с чистым вайшнавом, тем, от кого он вдохновлялся на преданное служение. И Бхактитирта Махарадж в одной личности был, я бы сказал бы так, многим. Прежде всего, он был чистым вайшнавом, был чистым преданным. Также он был миссионером. И это была неотъемлемая часть его личности, его жизни, его существования. Где бы он ни был, он проповедовал. И самое главное, он был очень предан Шриле Прабхупаде. Я вспоминаю с большим восхищением из его книги, его историю, он рассказывал о том, как он познакомился с движением сознания Кришны. Я пропустила, не знаю, рассказывать, да, наверное, время делились этой историей. Но меня просто потрясла эта история. Он рассказывал, что у него было много гуру, он получал разные гуру инициации. И самый главный гуру, которого он считал своим гуру, сказал ему, я не твой гуру. И он был настолько этим удивлен, он понимал, почему. Потом он встретил Шри Чинмоя. Получил у него инициацию, пришел и сказал, а вот Шри Чинмой, я и у него получил инициацию. И его гуру сказал, но он не твой гуру тоже. И он был настолько этим озадачен, хочу знать, кто же мой гуру. Он говорит, не спрашивай меня об этом, в свое время ты все узнаешь. Нет, я хочу узнать сейчас. Ты точно хочешь узнать, спросил его гуру. И когда три раза он подтвердил, это положено в ведах, учитель должен сказать три раза. Он три раза подтвердил. Да, я хочу узнать. Он сказал, узнай. Твой гуру Бхактивиданта Свами Прабхупада. Это было для меня настолько шоком. Потому что я видел Хари Кришны, я видел их на улицах. Что они поют, танцуют, и я не понимал, в чем суть их духовной практики. В пениях, в танцах, в бритой голове и все. А где мистика, где божественное откровение, где философия? Он пишет, я решил бросить вызов. Я купил все книги Прабхупады, я их прочитал внимательно, стал приходить на лекции и задавать вопросы. Но пока я выслушивал лекцию, я стал понимать, что
передо мной открыто величайшее знание. И пытаясь задавать им вопросы, каверзные, находить недостатки, я получал очень достойные ответы. И тогда я понял, что это учение представляет величайшую личность. И когда я пришел к своему гуру, опять спросил, так почему же все-таки он мой гуру? И тогда этот гуру ответил, потому что зачем бы тебе дал до самого Прабхупада полномочия дать всему миру высочайшее знание, самый высочайший путь в бхакти-йоге. А мы все, гуру всяких там уровней, посланы сюда для того, чтобы ему помогать привлекать людей в его движение Харе Кришна. Итак, Тиртха Махарадж стал последователем Шрилы Прабхупады. И я бы хотел пожелать его ученикам быть также преданным Шриле Прабхупаде, идеи миссии, которую нес его божественная милость Бхакти Тиртха Махарадж, чтобы его ученики стали здесь его продолжением, в его миссии, в его начинаниях. Я думаю, что ради этого он приехал сюда. И однажды, в какой-то момент, когда я так чувствовал, что мне очень надо общение, вот очень возвышенной личностью, у меня возникли вопросы, на которые я не мог для себя найти в своем уме ответов. И я открыл книги Бхакти Тиртха Махараджа. Я начал читать. И я получил ответы на все свои вопросы. И даже более того, это было не на уровне ума. У меня возникло чувство полного успокоения и умиротворения, как будто я пообщался вживую с Бхакти Тиртха Махараджа. И тогда я вспомнил, что он говорил, что даже если я уйду с этой планеты, я буду продолжать давать общение тем, кто будет стремиться к этому общению. Поэтому я считаю, что он до сих пор остается с нами. И мы можем продолжать общаться с ним и помогать ему в его служении, его духовному учителю Шриле Прабхупаде. Харе Кришна. На самом деле, я всегда думал о себе, что я тот человек, который до слова в карман не полезет, но почему-то в присутствии Махараджа обычно все слова куда-то уходят, начинают с Кангула, теряются какие-то там фразы, которые сто раз уже произносил, был готов сказать. И говоря о духовном учителе, то есть можно сказать, что да, он проповедовал удивительным образом. Преданный один из своих учеников, он пришел совершенно удивительным образом. Они занимались Махараджи какой-то мистикой, какие-то там лечебные грязи, все такое. Потом как-то в один прекрасный момент он пришел в храм и лекцию читал на Махараджи. Он находился в таком Харе Кришне, оказывается. То есть преданный Махараджи, он проповедовал самым таким необычным, самым волшебным мистическим образом. С другой стороны, он как можно много говорить о том, о философии, о его книгах. Но для меня, например, вот на данный момент самое главное, что мне лично дал Махарадж, это то есть его стойкая уверенность, убежденность в том, что того ничего не хватает нет. То есть очень стойкая вера. Когда читаю его книги, особенно последние, там часто Махарадж говорит, что он обращается к ученикам, к последователям, говорит, что когда вы придете в духовный мир, мы с вами встретимся, и я буду там. И мы продолжим свое общение. Также он говорит, что когда даже я уйду, то я с тобой я буду помогать, он будет всегда поддерживать вас. И, например, для меня это всегда было ошеломляюще. То есть как бы всегда, как бы я знал, что да, вот это должна быть последняя жизнь, что я иду к Кришне, как бы. И наша вся философия направлена на это, что мы не должны здесь остаться. Что Прабхупада об этом говорил, что это должна быть наша последняя жизнь. И для меня в свое время это было очень большой, как бы, может быть, даже какие-то шоки. То есть я прочитал вам Махараджа, и говорю, да, я там собираюсь. Я вот сейчас, я уже, это моя последняя жизнь. И хотя я до этого столового сроки равно слышал уже об этом, что это действительно последняя жизнь, что это так и должно быть. Но почему-то, когда это делает Махарадж, когда он говорит об этом, то есть его вера, то есть когда я читаю об этом, когда я слушаю об этом, когда я только размышляю об этом, тогда мне самому уже хочется следовать всему
наставлением Сильного Указания, которое он оставлял для учеников. И однажды Махараши, астролог, сделал предсказание, что он 55 лет идет, что 55 лет он уже отойдет в аутатизной проповеди и будет писать книги, и влияние его в великому будет все больше и больше. То есть до 55 лет он будет просто как бы проповедником, а потом уже дальше. То есть его дифрубиновое деление будет расширяться, и его влияние в мире будет очень сильным. И так получилось, что Бурдуру он ушел 55 лет, и он сам же об этом говорит, что на самом деле, наверное, конечно, так устроил специально, что я ушел, чтобы мои ученики, мои последователи продолжали это дело. И хотя я уже и сейчас, как бы, может быть, влияю на какие-то процессы, на какие-то общины, но дальше это будет еще сильнее. И в том числе потому, что на самом деле это лично участвует. Вот. И еще мне очень приятно, что обычно, я не слышу, мы предлагаем отношения. И обычно, по отношению к причислению, изучаю приблизительно так, что хорошо, я такой падший, такой несчастный. И дай мне, пожалуйста, немножко милости, дай мне еще чего-нибудь еще, дай мне, пожалуйста. И я счастлив, что на самом деле это с пятого секунда, и небольшой юбилей, но что Махараджа, хотя уже проходить нет, но его присутствие ощущается довольно явно, и что наша семья, его ученику, как бы, то есть мы не расстоялись в пространстве, но есть, и благодаря преданным, благодаря книгам Махараджа, благодаря его присутствию, то есть мы движемся вперед, никто не потерялся, и, к сожалению, не все ученики изменились присутствовать, но мы можем предложить Махараджу то, что наше совместное наставление, мы взяли книгу, мы изучаем новые книги, мы получим ввели новую программу, это не Ваштан, они ездят по всеми Ваштанам, помогают им. Вот. И в этот раз мы можем не просто просить Махараджу, но даже что-то предложить. Пусть эти усилия посредством масштаба незначительны, но так или иначе у нас есть что предложить, и я сейчас пришлю. Мы начнем, потому что так. Если кто-то имеет что-то сказать, вы понимаете, пожалуйста, руки, потому что я, например, плохо. Я являюсь учеником, но также я знал много общения. Я был на одном даршине, на немецком даршине. Пришел вот на таком уровне еще более, чем сейчас. Пришел, обратился, говорю, Махарадж, пришел там, тяжело было, просто хотелось увидеть, чисто, просто хотелось получить его общение. И я пришел, говорю, Махарадж, почему так? Я обращаюсь к Кришне, только когда страдаю. Когда сильное беспокойство, тогда я обращаюсь к Кришне, а когда проходит страдание, можно сказать, вообще, я обращаюсь к Кришне. Он мне сказал, он это очень плохо говорит. Я сказал, ну хорошо, я ничего не могу поделать. Интерес к личности Шрилы Кришны Махараджа. Не помню этого точно, но я помню, что меня очень поразило в нем невероятное
самоотдача. То есть так, так хотеть помогать всем, я такого никогда не видел. И мне рассказала одна преданная история, что где-то в Одессе несколько лет назад, когда преданные общались с Махараджем, стояли. И он уходил, они прощались, и он сделал несколько шагов, повернулся и сказал сразу: «Любите меня, пожалуйста, я буду отвечать вам взаимностью». Вот вся его жизнь, вот все, что он делал, такой вот один большой акт любви, один большой героический подвиг. Замечательно. Было рассказано о том, в какой семье родился Махарадж, в условиях он родился. В 99% живых существ в этих условиях они различаются и становятся преступниками. А этот человек является стал великим святым. Он всегда говорил: «Пишите мне, я хочу вам помогать». И на секундочку себе представьте, что мы каждый день имеем каких-то знакомых, которые, может быть, там как являются значимыми большими людьми, и мы знаем, ну, что они не получат. Это понятно, а перед тем смертным добраться до изобщенных людей с положением непросто. И Василий Камараш общался, его слушали, видели. Крупных стран. Он был официальным консультантом по конфликтологии. Он проводил предвыборные кампании сенаторов в Штатах. Он делал удивительные вещи. При этом он был крутым человеком. Идеальный пример, как это совмещать себя. Вот этот баланс между духовной реальностью и материальной жизнью. И вот когда еще есть такой момент, когда давно помогали боли, на самом деле мне было еще очень много времени. Вообще-то я до этого все думал на это письмо. Я думал, это письмо в течение 2 лет. Я 2 года планировал на это письмо общаться. Когда он приехал, я общался с ним, это был лишний раз в моей жизни. И ну да, вот сейчас вот это делаем дочь. И когда я узнал, что он играет болен, что похоже он не стал делать, для меня был глубоким шоком. Я неделю уходил в состоянии вот реального шока, такого эффекта, и не мог поверить, что это вообще возможно. Такая жизнь может. Я партнер эту планету, и даже тогда, даже когда я его узнал, у меня была возможность, он отвечал мне почту. И когда вот я, у меня такой просто крайне неудачный, крайне глупец вообще, не слов, когда я наконец-то написал письмо по славу, его электронная почта уже письмо не принимала. В тот момент произошла такая переоценка ценности, потому что мы всегда откладываем все потом. Все ценные вещи, все важные, накладываем на потом. И обычно что-то партнер меняется в голове только тогда, когда происходят какие-то очень громкие события в нашей жизни, смерть близких людей, родственников и так далее. Что-то какие-то трагедии, когда происходит полная переоценка ценности. К сожалению, не всегда надолго. Вот. И мне это было большим шоком, и я дал приездом, что было в мае Махарадж оставил тело. И мы стали приездом его Гуру Махараджу, что постараться мы с вами. И у меня был вопрос, что на одной из первых встреч, когда он приехал, я хотел бы ему вопрос, почему так? В моем понимании, что Василий Махарадж это один из самых Рама, 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 Рама,
Я не мог понять, как так, почему такой важный момент, не только для человечества, в целом, многие, да, не так и не разрешают, почему такой человек, все пойдет, человек любит, конечно, что бы я сказал, это будет абсолютно истина. Его, меня поразила его любовь, его огромное чувство сострадания. И также анализируя, наблюдая за его жизнью, я так нам всем необходимо, независимость от жизни, он действовал. Дело в том, что я в институте, да? Вот. И один из семинаров очень живо вспомнился после того, как он сказал о смирении и Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама, Рама, Харе, Харе. Но задача в том, что в данный момент у каждого нет присутствует какие-то проблемы, какие-то затруднения, чтобы ощутить любовь к Кришне, скажем так. И вот каждый должен был какую-то сцену, какую-то пантомиму, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот каждый кто-то делал пантомиму, кто-то танец, пришла ко мне очередь, я сказал, Харе Рама, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Итинамине, намасте, намасте, Кришна падая, Прабхупада, Рачитатмане, Шри Гаура, Каруна Шакти, Бхакти Тирта с вами, Итинамине, Шрила Бхакти Тирта с вами, Пушпанджали, Пушпанджали. Yeah.